Ну, а если вы не забыли, меня зовут Иван Комич, а это Михайлова Ольга Юрьевна. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Ну, рассказывайте, кто вы? Я представляю ассоциацию гостеприимства Тюменской области здесь на чемпионате. И хочу сказать, что наша организация поддерживает WorldSkills с момента его появления на Тюменской земле. Только на первом чемпионате по нашему направлению было две компетенции. Это повар и кондитер. А сейчас их 12. Мы, конечно, сами в легком приятном возбуждении по этому поводу. Вот. Очень озабочены, очень хотим, чтобы все сложилось. Особенно для тех компетенций, которые в первый раз участвуют такие, например, как прикладная эстетика, флористика, гостиничное дело. И мы очень болеем за людей, которые принимают в этом участие, не только за ребят, которые представляют свой профессионализм, но и за тех людей, кто является экспертами, за тех, кто готовил студентам к этим соревнованиям. Как вы считаете, они удачно включились в чемпионат, вот эти новые компетенции? Вы знаете, Иван, вот за своих коллег у нас все проходит не то чтобы удачно, у нас все проходит планово, системно и качественно, поэтому я не переживаю. А насколько удачно, ну, покажут результаты чемпионата. Я очень желаю удачи всем, особенно официантам, потому что официант – мое любимое направление в этой истории. А присмотрели ли вы какие-то кадры уже, которые можно потом в будущем трудоустроить? Нет, я не присмотрела и вряд ли присмотрю, потому что этим будут заниматься управляющие, директора, те, кто обязательно придет на этот фестиваль. Я думаю, наверное, уже выделили кого-то лучших, потому что по результатам предыдущих чемпионатов ребята нашли, ну, по крайней мере, работодатели присмотрелись и определились. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие исключением не станет. Конечно, присмотрим. Я была вдохновлена вчерашним открытием, например, и те люди, которые кричали, что они в командах, когда представлялись, ну, внушают большую надежду на то, что они будут также активны и на соревнованиях. Но открытие, оно отличалось от прошлого года, то есть усовершенствуется? Вообще, в принципе, чемпионат, ну, судя по тому, что добавляется компетенция, это уже Слушайте, можно. Слушайте, Иван, вот я готова цитировать Ольгу Кузнечевских, потому что Давайте. Мне ее выступление вчера очень понравилось. Она сказала, что Тюменская область – это территория отличников. Вот абсолютно поддерживаю ее в этом высказывании, абсолютно согласна. И я думаю, что и коллеги, и ребята, которые на чемпионате, они это продемонстрируют. Ну, открытие у нас, ну, у нас с каждым годом все только улучшается, особенно массовые мероприятия, так, тем более на площадке Нефтяника, там, по-моему, любое столичное мероприятие ничуть не лучше звучит. Мне кажется, мы в этом смысле уже давно продвинутые люди. Ольга Юрьевна, большое спасибо. Ну, а я, студия, передаю вам слово. Большое пожалуйста.